Тем временем в Хангаласском районе в первый класс в этом году пошли 540 детей. 66 из них поступили в Покровскую среднюю школу номер 1. Торжественная линейка ко дню знаний состоялась здесь, на новом пришкольном мини-стадионе, который строили буквально всем миром. С фундаментом помогла компания «Якутцемент». Искусственный газон предоставило Министерство образования республики. Отсыпку песком произвела компания «Рэктайм». Деревянную арену установили во время летних каникул сами учителя и родители. Свою родную школу также посетил сегодня министр по делам молодежи и семейной политики республики Афанасий Владимиров. Сегодня ровно 45 лет, как я пошел в первый класс. В 72 году, 1 сентября, зверофермерскую школу начальную. Я помню очень такой же яркий солнечный день. У меня был красивый костюм, хороший портфель. Меня сестры, мама, все, папа, все проводили. Я был центром внимания, как сегодня все первоклассники. Ну и, конечно же, 35 лет назад закончил вот Покровскую первую школу. У нас были очень хорошие учителя. Просто я восхищаюсь их талантливой работой.